Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова. Я вам признаюсь честно, я влюбилась. Я влюбилась с первого взгляда, когда я увидела на сайте Global Black Shop этот рюкзачок, то я сразу его захотела. И мне его прислали на обзор. Я вам сейчас подробно покажу, как он сделан. Качество, конечно, просто на высоте. Он из натуральной кожи. И мне понравилось то, что рюкзак можно использовать как трансформер. То есть носить просто за ручку. А носить через плечо с помощью одного из ремешков, который идет в комплекте с рюкзачком, или два ремешка использовать, прицепив их к специальным карабинчикам и носить как рюкзак. Очень удобный формат, то есть он не слишком маленький и не слишком большой. Такой удобный, в нем можно носить все необходимое для прогулок, для того, чтобы просто вот с собой иметь самый минимум: бутылочку с водой, какую-нибудь, может быть, книжечку для записи, косметику, салфетки, гель антибактериальный и так далее. Посмотрим, кстати, что в него можно положить. А я его только получила, поэтому с огромным удовольствием рассмотрю его вместе с вами. Рюкзачок выполнен просто идеально. Отличная отстрочка, везде все ровненько. На обратной стороне качественные крепления из хорошего материала. Есть карман задний, куда можно спрятать самые ценные вещи, будет близко к спине. Отдельно также есть ручка, за которую можно носить. В передней части молния идет по всему периметру. Кстати, очень симпатичные язычки. Давайте один откроем. Все пришло отлично упаковано. Такой приятный язычок цилиндрической формы, удлиненный. Открываем. А внутри тоже подкладка из ткани. Один карман есть подвесной, большой такой, на молнии. Второй карман скрытый, тоже на молнии. Они небольшие, но достаточно для того, чтобы хранить все необходимое. Получается, раз отделение, два, три, и основное отделение. С другой стороны мы видим карман, просто накладной карман. Что мне понравилось, особенно то, что у нас есть в комплекте два ремешка, и можно носить их, пристегнув оба, как рюкзачок можем носить, а можем пристегнуть к боковым специальным креплением и носить как сумку через плечо, используя только один ремешок. Размер рюкзачка, давайте посмотрим, примерно 25 сантиметров, 24-25. По нижней части у нас идет 21 сантиметр, а по верхней части примерно 19, даже поменьше, 18 где-то сантиметров. И ширина по нижней части, по донышку, 12, примерно 11-12 сантиметров. То есть отличный рюкзачок, в который у меня поместится все самое необходимое. Ну и давайте посмотрим его в деле. Этот очаровательный рюкзачок может быть обычной сумочкой. Кстати, можно ремешки совсем убрать и носить за эту ручку, если вы любите просто сумочкой. Можно носить за одну всего лишь бретельку. Вот так лямку накидываем на плечо, и рюкзачок, в общем-то, достаточно комфортно висит на одном плече. А если мы поддеваем рукой второй ремешочек, то рюкзак отлично у нас комфортно держится на плечах, за спиной. Но и это еще не все. Можно делать регулировку длины ремешков, либо подтянуть совсем близко к спине, чтобы был рюкзак, либо опустить еще ниже, и рюкзак будет у нас где-то на уровне попы. Но это еще не все. Мы снимаем один ремешок, очень легко, кстати, карабинчики работают, элементарно отстегнула, никаких усилий не требуется. Снимаю второй, а по бокам есть еще дополнительные крепежи, и я буквально одной рукой цепляю карабинчики и
эту же самую сумочку я ношу просто через плечо. Кстати, тоже можно отрегулировать по длине, сделать ниже или выше, и получается вот такая вот классная сумка. Супер! Итак, друзья мои, загляните на сайт, который я укажу прямо внизу под этим роликом в описании, а по промокоду Лилия50 вы получите 50% скидки на любой товар, который вам понравится. А поверьте мне, там достаточно много интересных стильных сумочек. Спасибо вам за внимание. Если видео полезно, ставьте лайк. И до новых встреч. С вами была Лилия Донского. Пока-пока.